keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. Привет, друзья, с вами Флок. Посмотрим сегодня выступление 16-го года на «Мама». Насколько я понимаю, это «Boy Meet Evil», первая, вторая часть. И Fire. Тут все на корейском, поэтому кроме Fire я ничего не разглядел. Но благо есть другие видосы, которые мне помогли. Благо есть Shazam и все-таки песни знакомые. Давайте. Но сразу предупрежу, что видео вот с данного канала у меня блокируются. Так что я, разумеется, вставочки сделаю. Но если видео заблокируется, ну вы это скорее всего ВКонтакте увидите. Ну вот. Давайте. А, ну так здесь даже подписано, но все, Boy Meets Evil. Мощно, мощно. Вау. Слушайте, меня терзают смутные сомнения, что я не слышал этот трек. А как это я его мог не слышать? Я же видел это несколько раз, что он с закрытыми глазами танцует. А, я думал, мне показалось, они действительно в такт танцуют. Симметрия прям. Красиво. Так. Вот, да, Blood, Sweat and Tears. Слушайте, это не тот клип, где целует кто-то, вроде бы Чимин, целует статую крылатую. И как раз у него крылья появились. Это не тот клип? Yeah.
Здесь красивая у него очень партия. Так. Fire. Наверное. Очень красиво сделано, прям очень красиво. О, да. Вот, точно. Классно сделано, блин. То ли Тэхён целовал статую, я вот не помню, если честно, в этом клипе. То ли вообще, блин, да я не помню, кто целовал статую. Ну, напишите в комментариях, кто статую целовал, блин. Fire, да, точно. Блин, как классно сделано. Обалденно, ну-ка еще раз. Они на коленях сидели явно, пригнувшись слегка. Блин, какой эффект. Вот это мощно. Очень мощно. Мощно. Ну это реально мощно. Алекса, включай BTS. Горим огнем. Просто под ручьем с них. Просто выжимать можно. Мощь. Просто жесть.
Как будто в вулкане просто. Смотрите, как все искрит, как все пылает. Блин, классно. Я не знаю почему, но вот эта вот ставка, где нам Джун говорит, мне больше всего нравится. Не знаю почему, всегда она мне нравилась больше всего. Это как, знаете, такая пауза между разгоном. А может так и переводится? Погнали, типа. Как он говорит, кейтора, там что-то вот такое говорит. Вот это мне очень нравится. Просто класс. Блин. Еще раз. Просто до последнего отжигают они в этом клипе. Обалденно. Обалденно. Не знаю, может быть, я ошибся, конечно, может быть, ставка это Юнги была, ну, он же в конце вот это вот сказал, да? И, ну, не знаю, очень на Намджуна было похоже. Посмотрели выступление «Мама» 2016 боя, говорю, короче, года. Ну, такие треки, как вот вы видели, «Fire», «Boy Meet Evil», «Blood, Sweat and Tears», да? Надеюсь, я все правильно сказал. Вот, надеюсь, вам понравилось, с вами был Флок, всем спасибо за просмотр. Пока.